Если ты не хочешь, чтобы эта страшная девочка пришла к тебе ночью и не начала тебя пугать, просто поставь лайк и подпишись на канал. Я тебе честно говорю, это все не шутки. Если ты не поставишь лайк и не подпишешься на канал, то она к тебе придет и будет пугать. Поэтому не бойся, ставь скорее лайк и подписывайся на канал. Ребята, всем привет, с вами я, Коля, и представляете, какой я сегодня хотел видос записать? Правильно, ребята, я хочу стать сегодня как раз таки суперкотом и затроллить бабку Грейни, потому что под роликом, где я становился Леди Багом, вы писали, конечно же, ребята, о том, чтобы я стал суперкотом. Я все, ребята, уже готов как раз таки стать, ребята, суперкотом, но только житель не дает мне зелье превращения, короче, потому что он, ребята, завредничался и, короче, теперь не хочет. Может быть, сейчас, ребята, вместе с вами мы его попросим, ребята, чтобы я как раз таки стал, ребята, суперкотом, и все у нас получилось. Вот тут, ребята, житель живет, а что-то у него здесь, ребята, с песком случилось. Житель, а что у тебя случилось с домом? Ну, вообще-то была песчаная буря. А почему все... А, точно, здесь же все остальные почистили, только ты лентяй один, понятно. Нет, у меня житель. Просто лопата сломалась. Житель, ну, пожалуйста, житель, дай мне зельку, превращение, ну, пожалуйста, мы с ребятами тебя очень просим. Я тебе дам, с удовольствием, ну, видишь, дом песком засыпало, не могу дать. А если я у тебя это... Чего почищу это? Все, весь дом почищу. Вот, с этого и надо было начинать. То есть, мы с тобой договорились? Договорились, сначала чистка, потом зелька. Хорошо, а у тебя точно в сундуке нет никакой лопаты? Да успокойся, ты посмотри уже, ладно, так что быть. Блин, ребята, мне кажется, ли он меня обманывает? В смысле, у жителей всегда есть, ребята, внука? А мне кажется, это та самая зелька. Блин, житель, лопата сломалась, просто как раз таки он лентяй. Просто житель лентяй, давай, не хочет работать. Давай, делай работу! Все, видишь, работаю. Блин, ребят, короче, нам сейчас надо немножечко быстренько все почистить, и у нас получится заполучить это зелье превращения, и мы сможем стать... Житель, только я точно знаю, кем хочу стать, не как в прошлый раз, выборочно. Ну, выборочно, не выборочно, успокойся, я все знаю, кем ты хочешь стать. А, все, нифига себе, ребята, какой-то он очень мутный. Ну ладно, ребята, главное, чтобы я точно стал суперкотом и каким-нибудь там милым котиком, ребята, который, блин, будет ходить и только лишь мяукать. Так, кстати, ребята, кто вам больше нравится, кошки или собаки? Напишите вот в комментариях, потому что, ребята, мне больше нравятся кошки, вот честно вам скажу. Потому что собаки, ну не знаю, маленькие, столько нравятся, а вот когда идешь по улице и тебе навстречу идет какой-нибудь огромный пес, это прям что-то как-то, знаете, сразу не по себе, если честно, становится. Так. Тем временем, пока я ему все рассказывал, почти мы все почистили. Так, житель, все! О! Отлично, всё. Теперь бери зельку и вали. Хорошо, лопату тебе так быть верну. Хотя она тебе не пригодится. Так, ну-ка, все, ребята, ну-ка. Что там, ребят, написано? Зелье превращения. Отлично, ребята, все, пьем эту зельку скорее. Ой, ребята, черная рука. Точно, смотрите, видели, прямо на глазах я поменялся, офигеть, вот это круто, я теперь стал суперкотом, у меня даже выдался креатив, все, ребята, это просто офигенно, короче, нам надо скорее спешить к бабке, потому что я именно сегодня хочу его троллить, ребят, ну не сразу получилось, но ничего страшного, ребята, я все придумал, короче, смотрите, ребята, чтобы бабка мне поверила в мои способности, мне придется ее немножечко напугать, ребята, а знаете, кем я буду ее пугать? Правильно, самим собой, смотрите, какая, ребята, голова у меня здесь есть, смотрите. Оп, ребята, это, короче, глава голема, но она в виде меня. Так, все, короче, погнали. Эй, бабка! Эй, бабка! Это я, суперкот! О, господи! Здорово! Тебе-то что надо, кошатник? Короче, я хочу у тебя арендовать полдома. Я не арендую. Понимаешь, твой дом находится в очень хорошем месте. Да. Здесь нету ни дождя, ни грозы, ни ветра. Да. То, что мне нужно. Потому что у меня аллергия на дождь, на грозу, на ветер, ну, на солнце. Я тебе могу выделить подвал, да. Нет, мне нужен третий этаж и второй. Я тебе говорю нет, чего непонятно. А я буду тебе, знаешь, что делать? Что? Помогать в твоих любых начинаниях. А ноги целовать? Нет, это тебе пускай дед делает. А я буду помогать в любых твоих начинаниях, я тебе говорю. Смотри. Ладно, третий этаж тогда только третий. Давай, если я тебя сейчас удивлю, то и второй тоже. Нет, второй нет. А если я тебя очень сильно удивлю? Ну попробуй, ты меня я знаю, не удивить, бабка, кто тебя... ничем не удивляет. Я знаю, кто тебя больше всего напрягает в этом мире. Кто? Это человек на букву М, мальчик. На букву Х, хулиган. Этот дурачок местный, нет. Все. Он меня просто бесит, я его могу закопать. Я об этом позаботился. На. В смысле? Ну? Подожди. Ты что с ним сделал? Так, я с ним ты сделал. Ты ничего с ним сделал, я спрашиваю. Ну, я просто забрал его голову. Как?
Как это забрал? Ну, взял и забрал. Офигеть, не встать прям? Да. Ты вообще? А что, не надо было? Ты ну, я так подумал, что он тебя напрягает. Ты что, безбашенный кот? Да. Офигеть, не встать. Да. Ну, хулигана. Это... Да что, мне его жалко даже вообще-то? Да? А помнишь твой паук, нет, который тебя бросил и ушел? Ну и чё? А ты знал, что он стал мегабогатым и знаешь, что сделал? Чего сделал? Он себя перекрасил в алмазовый цвет. Кого? Ну ничего, я об этом позаботился. Вот твой паук. Это чё, это мой? Это твой бывший паук, как? Да. Как ты? А чё ты так всё знаешь-то? Я знаю всё. Ты абсолютно знаешь, это как это так? Да. Офигеть, не встать. Слушай, да. Ну ты меня удивил. Вот честное слово, удивил. Я тебе говорю, удивил. Удивил, так и да. Ладно. Вот я тебе на втором этаже выделяю вот эту вот комнату, вот эту вот. Это слишком мало. Нет, не слишком мало. Ладно, хорошо, договорились. Все, отлично. И третий этаж тоже себе можешь взять. Хорошо, хорошо. Буду здесь делать свои делишки. Бизнес свой открою. А какой бизнес? Бизнес по продаже голов. А у тебя что, много голов? Да. Нифига себе. Хочешь, покажу? Хочу. А еще кто есть? Золотая свинья. Пожалуйста. О. Ну-ка. И правда свинья. Нифига золотая. Да, я поняла. А да. Еще кто есть? Есть еще Эндермен. Слушай, что? Шо? Подожди, ты что, ловец голов? Я головоловец. Головоловец я. Головоловец. Да. Господи, короче, фиг выговоришь. Слушай, да. Что? Да. Может, ты мне пару жителей принесешь головолов? Зачем? Вот Спайдермен. Да не надо мне Спайдермен. Это ведьму ведьма надо? О. Нет, ведьма тоже не нужна. А кота? А вот а Умазового? Вот жители вот эти противные очень нужны, да. Жители? А зачем тебе жители? Да потому что там есть такие жители, которые меня просто бьют. Да? Да. Ну, хорошо. Раз уж ты хулигана раздобыл. Пожалуйста. Это Петрович, это Михалыч, это Федорович, это Иван Николаевич. Офигеть! Ребята, а теперь сейчас будет самое интересное. Ну ладно, я пошел делами заниматься. Офигеть, не встать. Так, ребята, она сейчас это пока будет когда? Думать, смотрите, самое важное. Ёперный балет. Я по телефону поговорю. Да. Алло. Да. А, заказчик? Да, головы всех есть, жителей, да, всех монстров. Заказчик. Да. Привет, соседу тоже есть. Тихо. Ого, и так. Сосед тоже? Кого голову надо? Кого голову надо? Кого? Бабули какой? Какой бабули? Какой бабули? Я не знаю, какую бабулю. А Мисти знаю. Мисти, да. Да, Мисти не надо. Мисти не надо. А, бабули Грей. Чего? Да это будет очень дорого стоить. Слышишь ты? Тихо, сейчас я вам перезвоню. Что такое? Слышишь ты? Ты что там по телефону разговариваешь? Я это слышу. А что ты слышишь? Какую голову тебе там надо? А, так твою. А ты, может быть, хочешь голову кота? Так мы ее подделаем. Я тебе сейчас стикер башка-то сделаю, будешь так знать. Я тебе говорю, мы ее подделаем, твою голову, и продадим задорого. Как понять, подделаем? Ну, как понять, подделаем? Ты что, думаешь, это настоящий хулиган бегает вон? А, чего? Ты... Это муляж, муляж. Это все неправда, что ли? Да нет, конечно. Слышишь ты, давай, иди отсюда. Нет, я давай, теперь здесь живу. Давай, чеши. Нет. Я тебе сказал, да. Я тебя сейчас сама вышвырну. Ладно, все, я сейчас тебе заплачу. Чем? Своими головами ненастоящими? Алмазами. А, алмазами? Это уже да. Разговор, да. Хочешь целую комнату своих алмазов? Хочу. Все, сейчас поставлю. Сундуки твои накидаю, договорились? А, договорились, да. Все, давай, иди, не подглядывай. Куда идти? Это моя из комнаты иди. Где-то. Ладно. Все, давай, не мешай. Не подглядываю, а уже все? Нет еще, ты что, так мало хочешь? Ну, надо тебе два алмазика, хочу, хорошо? Нет, много. Тогда хочу. Много надо потерпеть. Терплю. Сейчас. А сейчас уже можно идти? Нет, еще нельзя, стаки сыпятся, алмазы мутятся. Ого, нифига себе. Сейчас. Даже непонятно, то ли повезло мне с фотом, то ли не повезло мне с фотом. Так. Так, ребята, сейчас. Секундочку, смотрите. Так, ну все, можешь выходить. О, хорошо, точно. Так. Куда? Забирай свои алмазы. Куда-то? Ого, нифига. Ах, гадский противный кошара. Ну, все, ладно. Сейчас я пошутили и будет. Да, сейчас я тебе пошутил.
тетя, сейчас шкуру-то с тебя спущу, я посмотрю, как ей шутить. Кажется, надо становиться теперь деревом, потому что если бабка узнает, что я был еще и хулиганом, ребята, мне точно мало не покажется. Все, ребята, короче, я быстрее побежал, пока бабка не очухалась, кто есть кто. А вы, ребята, обязательно пишите в комментариях, кем мне еще стать, и подписывайтесь на канал. Всем удачки, всем пока-пока, ребята!